Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «Местное самоуправление». Вы хотите знать, чем занимаются чебоксарские депутаты и как работает столичное правительство? Тогда не переключайтесь. Об этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Не дать, а взять. От чего могут освободить многодетные семьи? Решение собачьего вопроса по-человечески от уровня городского к республиканскому. А у нас в квартире газ. Что увидели депутаты ЧГСД на Горгазе? Не всегда меры поддержки означают что-то дать или предоставить. Иногда, чтобы жизнь стала легче, нужно наоборот – забрать. Давать землю многодетным семьям Владимир Путин предложил еще в 2011 году. С тех пор только в пределах Чебоксар участки получили 126 семей. Правда, вместе с землей многодетные родители получили налоги на нее. В общей сложности их два. Первый – НДФЛ, 13%. Его платят один раз, как за безвозмездно полученное имущество. Второй – земельный налог, который уплачивается ежегодно. В Чебоксарах он небольшой – 0,1% от кадастровой стоимости участка. Для городского бюджета эта сумма погоды не делает, в отличие от семей. По предложению главы республики, администрация города выходит на Чебоксарское городское собрание депутатов как дополнительную меру поддержки для многодетных семей отменить земельный налог по представленным земельным участкам на срок 3 лет. Таким образом, если органы местного самоуправления такие меры поддержат, то многодетные семьи на ближайшие 3 года с момента получения земли от налога освободятся. Сейчас на заседаниях комиссии депутаты городского собрания это предложение уже обсуждают. Нет, а если многодетные просто купили, не по программе? Нет. Не подпадает. Ну, нам может тогда уточнить. Инициативу еще, возможно, предстоит и уточнить, и дополнить. Однако идею в целом депутаты оценили. Дело в том, что для городского бюджета это не значительная часть выпадающих доходов, но зато это будет большая поддержка для многодетных семей, потому что, да, они смогут первые 3 года, в общем-то, начинать строительство. И это стимул как можно скорее приступить к строительству своего жилья, дачного участка или еще каких-то хозяйствующих объектов. Поэтому я думаю, эта мера очень своевременная. В это время очень важно, что какая-то помощь есть. Каждая копейка важна для человека, потому что все деньги направляются на приобретение строительных материалов, на оплату труда нанятых работников, поэтому или сами они строят. В общем, здесь нужны деньги. Чтобы решение вступило в силу, нужно, чтобы его приняли на 34-м собрании депутатов. Конечно, во власти ЧГСД освободить от налогов только те семьи, кому участки предоставили в пределах столицы республики. Однако подобная работа будет проводиться и в других районах Чувашии. Решение некоторых проблем зависит не только от городского собрания. Иногда городу не обойтись без помощи республики. С какими вопросами и предложениями обратиться к Госсовету Чувашии депутатам предстоит решить до 19 ноября. Отчего собака бывает кусачей, все знают из песни. Проблемы бродячих псов и даже целых стай знакомы, пожалуй, всем городам. Чебоксары не исключение. Традиционный отлов уже давно признан негуманным. Решить собачью проблему по-людски возможно, утверждают специалисты. Однако все упирается в средства. Сейчас такая сложилась обстановка, когда по предписанию прокуроров по всей территории Чувашской республики запрещена система отлова собак традиционной, да, и должны быть более гуманные способы отлова. К этому мы не готовы, денег у нас не хватает. Вот этот вопрос надо нам решить все-таки на уровне республиканских властей, для того, чтобы они нам специально выделяли эти средства из республиканского бюджета. Специалисты утверждают, и гуманнее, и эффективнее не истреблять бездомных животных, а не давать размножаться. Стерилизация и так далее. Тут вопрос очень большой. Для стерилизации сколько расходов, а? Вот, товарищи, вы не думайте о расходах, думайте о здоровье людей. Поэтому мы сейчас должны вместе с Госсоветом отработать финансовый механизм и уже на уровне города отработать свой, чтобы у нас были гуманные способы содержания животных в этих центрах передержки. И, конечно, ни болезни, ни размножение бездомных собак мы не должны позволять. Что ж, этот механизм еще предстоит отработать. Ну а сейчас о том, что уже работает по схеме. В прямом смысле слова. В
Фрукты, овощи, пирожки, сладкая вата. Все палатки, то есть нестационарные торговые объекты, размещаются в городе не просто так, а согласно специальной схеме. Сейчас в нее предстоит внести изменения. Предлагаем вам принять решение по утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары. Схему мы полностью переделали. Привели в соответствие, можно сказать. То есть сделали новую нумерацию, терминологию привели к единообразию. Ну, также включили нестационарные объекты с новыми формами обслуживания, такие как у нас появились молокоматы, включили также торговые навесы, включили летние кафе при стационарных объектах. Впрочем, не все так просто. Прежде чем утверждать новую схему, депутаты намерены выяснить, нужны ли жителям услуги тех или иных торговых палаток. Или, может быть, городу лучше без них. Может быть, какие-то объекты мешают, значит, людям, проживающим в данном округе. Мы просили согласовать. Представители комиссии отметили, они за схему, однако документ нужно тщательно рассмотреть. В ближайшее время депутаты изучат торговые объекты в своих округах, если потребуется, подкорректируют схему. Тогда ставлю на голосование вынести на собрание со своими замечаниями. Кто за это, прошу голосовать. Все. А у нас в квартире газ, а у вас? Затем, чтобы голубое топливо доходило до жителей столицы, следит Горгаз. Это стратегически важное для Чебоксар предприятие посетили депутаты городского собрания. Нету концентрации, все набирается. Ну, сейчас посмотрим, что в результате этого произойдет. Все, макет. Квартира, кухня после взрыва. Насколько опасно шутить с газом, посетителям показывают наглядно. Работа предприятия как раз направлена на то, чтобы подобного на реальных кухнях не происходило. Чебоксары Горгаз обслуживает газопроводы, проводит ремонты, плановые, экстренные, ликвидирует аварии. Здравствуйте. Ваш адрес. Что у вас случилось? Запах газа на кухне. Перекройте, пожалуйста, краны перед газовым оборудованием, форточку откройте, проветрите, огнем и газом не пользуйтесь, не курите, огня не разводить, электроосвещение не включать и не выключать. Приедем, проверим, ждите. Сейчас пропан используют не только для приготовления пищи. Им отапливают квартиры, греют воду. Чтобы подобный бытовой рай не обернулся трагедией, в компании работают не только с техникой, но и с населением. Проводят инструктажи и обучение. Котел включается очень просто. Во-первых, работает он на электричестве. Розетка от котла в целях безопасности должна устанавливаться на расстоянии не менее 50 сантиметров. Значит, и кроме этого, котел обязательно, вернее, желательно должен подсоединяться через стабилизатор. Так, значит, розетку включили, газ включили, включается очень просто. Кнопочку нажали, котел включился. Несмотря на все эти меры, то, что с этим природным ресурсом нужно быть крайне осторожным, понимают не все. Так, некоторое время назад один из жителей города перепутал газовую трубу с водопроводом. К счастью, обошлось без жертв. Не специалист, подключая газовый прибор, перепутал, как говорится, подводки воды и газа, и газопровод залил нам воду. Тут единственное, чем можно от этого уйти, только приглашать специалиста. Замену газооборудования должен делать специалист. Никакого ни тут, в коем случае сам адаптация. Любим мы вот Кулибины, мы все знаем, мы все специалисты, все во всем разбираемся. Вот это так делать нельзя. После всего увиденного и услышанного взывать к благоразумию горожан, то есть избирателей, предстоит и депутатам. Чтобы мы, вот у нас есть плановые такие посещения, как водоканал, БОС и другие, вот там МУП, ритуальные услуги и так далее. Вот есть ряд предприятий, которые мы как бы обязаны в силу того, что мы депутаты, ну и в силу того, что мы должны до народа довести, как работают вот эти организации, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность города, ну, соответственно, жизнедеятельность наших горожан. Кстати, в обратную сторону связь уже заработала. Кто такой депутат сегодня? Депутат – это тот человек, который несет от народа, от своего округа пожелания. Что? Вот мы сегодня услышали какие-то недочеты, какое-то вот пожелание. Вот это, конечно, мы в своей работе будем учитывать это все. На этом программа «Местное самоуправление» подходит к концу. До свидания.